Тематические приемы по линии партии «Единая Россия» по тематике мы проводим часто и стараемся это делать на злобу дня. Иными словами, если это вот сегодняшняя ситуация, то тематический прием как раз посвящен медицине. Завершилась неделя приемов. На последнюю встречу по теме здравоохранения жители пришли с вопросами, касающимися доступности медицинских услуг в городском округе Щелково. Совместно с депутатами фракции «Единая Россия» на вопросы граждан отвечал директор Щелковской областной больницы. Так, например, он объяснил, почему детей из городского округа Щелково отправляют в хирургическое отделение города Королев и в каких случаях помощь ребенку будет оказана в местном медучреждении. Скорая помощь при вызове к ребенку оценивает состояние и в случае необходимости везет его по жизненным показаниям в наше отделение анестезиологии и реанимации. И там принимается решение. То есть случаев недоезда детей с хирургическими патологиями, по крайней мере за два с половиной года, которые я выполняю обязанности руководителя, не было. Поговорили о работе щелковской стоматологии. Дмитрий Логинов рассказал жителям, куда следует обратиться в случае острой зубной боли. В стоматологической поликлинике нашей, она у нас одна объединенная, мы все это знаем, существует врач неотложного приема, который с острой болью принимает в момент обращения. Плановый прием 14 дней. Если человек не может записаться по каким-то причинам в электронном виде, есть колл-центр губернатора. Если человеку не удалось записаться к специалисту ввиду отсутствия свободных окошек, следует нажать на кнопку «В лист ожидания» на сайте госуслуг. В течение 2 суток запрос должен быть обработан, и пациенту назначат время приема. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.